Если ты знаешь, кто такой Халк, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал. У нас очередная крутая подборка мобильных игрушек. Давайте мы будем начинать по порядку, и первая игрушка — ДНК Evolution. Здесь у нас открыто уже несколько новых героев. Есть у нас, к примеру, Харли Квинн. Давайте первый уровень пройдем за нее. И также есть у нас новый элемент. Это вот это вот дерево. Скорее всего, что это будет у нас деревянный супергерой. Деревянная Харли Квинн. Окей, ребятки, давайте тогда приступать. Кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте. А также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Окей, ребят, погнали. Сейчас мы с вами попробуем, возможно, какой-то новый элемент открыть. И пока, ребятки, пока нам нужно сразиться с каким-то воздушным героем. Все, мы его с вами вынесли. И нет, только на 10% у нас открылся новый элемент. Ну ладно. Давайте мы с вами еще один уровень за Харли Квинн сыграем. На этот раз выберем, давайте, огонь и ветер. Посмотрим, кто у нас получится. Вау! И, наверное, все-таки лучше огонь выбирать. Мне кажется, что воздух или ветер какой-то не очень красивый. Давайте, наверное, огонь будем только выбирать. Сейчас попытаемся, по крайней мере, выбирать только огонь. А, здесь не получится. Ну ладно, давайте дальше будем выбирать только огонь. Воздух я больше брать не буду. И, а, все равно, ребятки. Ну, такой себе получился, конечно, супергерой. Да. Мне кажется, что в прошлый раз она была покруче. Давайте, наверное, поменяем героя и поменяем элементы. Так, с кого здесь возьмем? Таноса. О, да, круто. И будем подбирать... это, походу, ребят, у нас космос, да? Скорее всего, что да. Это, типа, будет как черная дыра или что-то вроде того. Супергерой Танос будет подбирать космос. А он летать будет? Сейчас посмотрим. Когда мы его максимально прокачаем, он может даже летать. О, да! Вот это крутяк! Смотрите, реально летит. Тут не все элементы позволяют летать, но вот этот элемент как раз-таки это делает. Пам! Здорово, ребятки! Очень-очень круто! На 30% открылся новый элемент. Давайте мы с вами сыграем опять за кого-то другого. Давайте выберем другого супергероя и выберем другой элемент. Пускай это будет у нас лед и электричество. Давайте посмотрим. Киану Ривз у нас. Это актер. Ну, скорее всего, что здесь он выступает в роли... ну, не знаю, может, из «Матрицы». Ну, по крайней мере, он тут вроде, типа, как какой-то герой. Так, сейчас мы его тоже с вами проапаем, нашего Киану Ривза. Тут он, конечно, летать не будет, но смотрится довольно эпично. Вау, Таноса будет бить. Ну, давай, побольше урона наноси. Так. Круто, ребятки, неплохо поиграли. Давайте поиграем теперь в Пранкер 3D. Мы с вами здесь остановились на 66-й миссии. Здесь, по-моему, нужно брать салют. А дальше что? Я уже не помню. А, здесь нужно брать вот этот вот слайм. И что там дальше? Сейчас посмотрим. Походу замкнет. Да, ребятки, тут мы с вами все сделали правильно. Отлично, погнали дальше, еще несколько уровней пройдем. Хорохорится наша Мисти. Так, ребят, что тут возьмем? Давайте возьмем соль. Она будет глаза делать или что? А, губы. Так, она, походу, хочет пить. Что мы здесь можем взять? Гвозди или лед? Может, лед возьмем?
вариант. Капец, это еще не все. Ну и здесь нам нужно с вами выбрать либо паука, либо цемент, по-моему, или что-то вроде того. Давайте выберем цемент. О, нет, не то. Итак, здесь нужно все-таки выбирать паука. Окей, что будет дальше? Вау! Еще не все. Так, ладно. Какая-то очень длинная миссия. А нет, все-таки выиграли. Ребят, я подумал, что еще один уровень нам можно будет пройти. Но нет, мы с вами выиграли. Окей, давайте поиграем в следующую игрушку. Это будет Stand Car. Пожалуй, ребят, это одна из моих самых любимых гонок. Мы тут уже немножко уровни прошли. Давайте еще бонус один попробуем выбить. Итак, прокачивать будем что-то или не будем? Не, наверное, не будем. Погнали. Так. А, ребятки, что такое? Такой себе бонус, если честно. Какой-то уровень. Ругучий. Ну, еще чуть-чуть, мешку. Все, что ли? Да. Ну, такой себе, если честно, ребятки, уровень. Давайте поиграем восьмой. И погнали. Вот это я люблю. Нет, походу все. Да, не перепрыгнули. Давайте, наверное, переиграем этот уровень. Что-то, короче, пошло не так. Надо, наверное, больше газюри давать. А, видите, тут надо побольше давать жару, чтобы наша машина нормально и шла. И это финиш. Ну, здесь уже 3 звезды. Отлично, давайте, может, еще один уровень. Ну, давайте еще 9-й попробуем. Получится, получится, нет, то в другой раз. Главное не упасть. Куда ты? Вау! Есть. Тоже 3. Круто, погоняли, ребят. Давайте теперь поиграем в Angry Birds Evolution. Ну что же, здесь мы с вами попробуем пройти частично кампанию, но для этого мне нужно собрать кое-какие элементы. Поэтому мы сейчас будем с вами что-то собирать. А что именно? Наверное, деньги. Давайте посмотрим. Нам нужно будет накостылять вот этим вот свиньям. У нас чуть больше здоровья, поэтому, возможно, мы и выиграем. Отлично. Сейчас будем их таранить. Свиньи против птичек. Нам нужно босса уничтожить, вот эту вот барышню. Перво-наперво. Отлично. Еще раз надо, наверное. Давайте попробуем ее вот так вот ударить посильнее. И вот тут вот она нарисовалась уже. Так, ладно. Она спряталась, ребят. Нам можно вот так вот попробовать вот туда залететь. И все-таки она пока все-таки жива. Ну ладно, вот у нас ульта уже есть одна. Малеха, покоцаем ее. Ах ты ж. Так, всех. Троих. Здорово. Так,
ее. Ух, ничего себе, ребятки, вот это я ударил, короче. Одна-одна и осталась только. Ну, походу, все. Ребятки, это было здорово. Круто. Смотрите, Виктори, победа, отлично, мы с вами накостыляли этим плохим свиньям. Окей, погнали дальше, Грима Монстр, следующая игрушка. Здесь мы с вами остановились на 21 уровне, может попытаемся уничтожить одного или двоих боссов для того, чтобы заработать побольше деньжаток. Итак, вот у нас первый босс. Файт, сражение началось. Сколько денег за него? Сколько мы с вами срубим? 67 тысяч с половиной. Маловато, конечно, но лучше, чем ничего. Кстати, можно посмотреть, может мы еще одного босса уничтожим? А этого я могу уничтожить еще раз босса? А, я с ним же не сражался, да? Ладно, сражаемся. И тоже, походу, ну, трындец. Здорово, здорово, отлично. А, только 3000 заплатили, ребятки, за него очень мало дают денег. Ладно, погнали тогда, будем собирать наших фиолетовых монстриков и создавать армию. Нашу собственную армию. Плюс 5. Итого 9. Так, сейчас, конечно, чуть потеряем, наверное, 15. А, 7 осталось. О, это печалька, ребятки. О, нет, так и 7 дальше осталось. Отлично. Хорошо, теперь давайте покупать наших монстриков. Объединим сперва нескольких. Получим какого-то нового чувака. Раз, два, три, четыре. Нам нужно, по-моему, раз, два, три. Еще раз. Сейчас фиолетовых всех объединяем, получаем пиратов. И теперь у нас есть, ребятки, два вот таких вот крутых монстра. Отлично, на остальные деньги мы можем с вами купить. Давайте купим два лучника. Вот так вот поставим, кстати. И сюда. И на все деньги остальных этих фиолетовых чуваков накупим. Сколько их получилось? 4. Ну что же, давайте сразимся. Попытаемся, по крайней мере. И глядим, что получилось. Ну-ну-ну-ну-ну. Бабам. Ребятки, есть! Чистейшая победа. Было очень круто. Кстати, в прошлый раз я на этом уровне и застрял. Не смог его пройти, а вот в этот раз получилось. Немножко денег подкопили, и все вышло. Ладно, давайте еще раз сыграем. Это уровень у нас 22-й. И посмотрим, против кого будем сражаться мы. Ой, тут плохо. Теряем 5. Ну, ничего страшного. Еще 11 осталось. Тут будет у нас, походу, взрывчатка, ТНТ. Да. 8 осталось. Ну ладно, думаю, что должны справиться. Сейчас посмотрим, конечно же. И раз-раз. Файт. Так. Ну, уже быстрее, гасите их. Ребятки, опять победа. Здорово поиграли, два раза сыграли, два раза выиграли. Следующая будет Toilet Monster. Окей, ребят, тут у нас с вами есть возможность выбирать уже несколько скинов. Так, выбираем давайте вот этот. И сыграем хотя бы разок за него. А, это будет миссия с боссом. Оу. Сложная, сложная миссия будет. Так. А как мне от него убежать? Даже не знаю. Давайте выбирать. Давайте вот эту штуку выберем. Ну. Нет, куда ты ушел? Жестко, ребятки, жесткая рубка. Нет, отстань. И...
Да, ребят, походу это все какая-то игруха у нас немного мигающая. Мне она не очень нравится, наверное, пока в нее играть не будем. Давайте поиграем в Garden of Smashers. Здесь мы с вами остановились на 50-м левеле. Давайте попробуем его пройти. И хаги-ваги, мама, длинные ноги, ладно. Так. Привет. Отлично, двоих уничтожили уже. О, Бенди у нас тут есть. Так, ты и ты. Вау, круто. Пошли сюда. И еще один, походу. Да, победа. Здорово, ребятки, здорово. Ладно. Сейчас еще разочек сыграем. Прокачаемся и погнали. Сейчас новый монстрик будет, походу. О, крутой, кстати, тоже очень прикольный. Мне очень нравится за него играть. Он мины расставляет. Есть. И почти победа. Нужно подальше держаться от основных этих монстров. Куда ты? А как его... О, круто все! Прапались максимально. И теперь можем перейти на другую площадку, зачистить ее тоже. Пауч. Есть. Очень крутая игруха. Давайте, наверное, еще один уровень пройдем. И кто будет сейчас? Что за монстрик? О, тоже прикольный. Ладно. На. Тоже минки, только чуть-чуть другие. Он расставляет этот монстряка. Ну, взрывайтесь. Чего вы не взрываетесь? Ха-ха-ха. Ого, уже 4 мины. Тут было 3, теперь 4. Здорово. Дабл килл прям. Круто. Да, прикольно, ребят, тоже игруха. Следующая будет и последняя Unlimited Bowmaster. Здесь у меня уже есть один очень крутой супергерой. Вот он. Называется Фрост. Давайте за него сыграем. И нам нужно уничтожить чучело гороховое, да? Ну, как-то так. Headshot. Bullseye. Headshot. Стоп. Давайте минус 2 где-то вот так вот ударим. Headshot. Вообще огонь. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Сейчас 20. Headshot. Отлично. Стой, не попади. Здорово. Так. Ну, где-то вот так вот мы с вами стреляли, так, приблизительно. Headshot. Отлично. Все, трындец. Finish him. 5, 60. Ну, пускай так. Headshot. Круто! Epic win. Player one, choose. Кстати, у нас с вами есть уже почти 13 тысяч голды. Можно купить какого-то нового героя. Давайте посмотрим, кто у нас есть. О, вот это тоже, кстати, прикольно. Ладно, давайте сыграем за него. А героя купим уже в следующий раз. Он, по-моему, ТНТ-шапку бросает. Против Спанч Боба. А, нет, он бросает, ребята, монтировку. Ну, давайте 100 на 5. Headshot. Сразу. Bullseye. И опять 100 на 5 по отработанному сценарию. Чик. Headshot. Есть. Ой-ой-ой.
одну. Все, тебе хана, чувак. Опять 100 на 5. Headshot. Finish him. 3 хедшота, и сейчас будет 4-й. Вообще огонь. Это мы с вами нормально нашарились.